Всем привет! Недавно для балконной двери я ставил магнитную защелку, но она слабовато держит балконную дверь. Было решено купить обычную защелку и поставить на штатное место. Комплект я купил порядка 120 гривен в Украине. Такая подкладка, защелка и один саморез. Понадобится ключик четверочка, шестигранник для настройки этой защелки. Учтите это, чтобы у вас был данный шестигранник, чтобы потом можно было отрегулировать работу защелки. И можно приступать к работе. Открываем дверь. У нас есть штатное место. Вот у нас стоит магнитная защелка, но она слабо держит. То есть, если легенько дверь прислонять, выставить, она держится. Вот легенько. Но чуть-чуть сильнее, и дверь сразу отходит. То есть держится оно очень-очень слабо. Потому что дверь немного перекошена, не получается ее нормально выставить. Поэтому приходится прибегать к другим методам. Откручиваем саморез. Вот в этом месте. И в это место необходимо будет установить данную защелку. Единственный момент. Есть два штифта. Вот как бы места они совпадают. Но получается, чтобы установить, видим, у нас боковушки мешают. Если я поставлю с этой подкладкой, у меня не влазит в проем данная защелка. Вот я захлопаю, и как бы у меня есть два эти фиксатора. Но если я дверь прислоню, у меня оно будет прямо вот вплотную, прямо притираться к двери. Видим, оно нормально не будет закрываться. Меня это не устраивает. Я что сделал? Было решено сточить два боковых фиксатора. То есть верхний и нижний мы оставляем, а боковушки я буду стачивать. То есть таким образом я обойду данную систему. То есть я сниму подкладку, и вот эти боковушечки я сточу. И в принципе мне ничего не будет мешать в дальнейшей установке. Возможно, есть еще какая-то другая модель этой защелки без этих боковушек. Но я купил то, что было, то, что нашел в интернете. И будем ее ставить. Поэтому менять я не вижу смысла. Боковушки я сточил, просто болгаркой аккуратно одну, ну и правую, и левую сторону убрал, и все. Теперь ставим в штатные места. Она прямо четко устанавливается. Вот. И закручиваем саморез. В принципе, на свое штатное место. Подкручиваем. И защелка уже будет установлена. Она ставится максимально просто. То есть свое штатное место установили. Закрутили. Единственное, что саморез у меня подлиннее. Я взял. Не тот, который шел в комплекте, он был коротковат, но мое личное субъективное усмотрение. Выбрал саморез, плотно закрутил, и защелка вуаля стоит. Получается, у нас есть под защелкой место, куда заходит фиксатор для балконной двери. Вот, она уже закрывается, защелка, но мы ее сейчас отрегулируем на нужное положение, чтобы дверь немного легче закрывалась. Ну, оно уже работает, по сути. Значит, все получилось отлично. Переберем ключик и выставляем. Ну, все работает. Получается, мы регулируем шестигранником натяжение. Там есть пружинка, есть этот язычок. И я считаю, что можно его ослабить, чтобы дверь легче закрывалась. Поэтому мы сейчас его отрегулируем. Видим, вот в одну сторону есть вниз выдавливаться, есть вверх, вот. Вот мы сейчас его выдавим немного выше, чтобы оно легче могла закрываться дверь. Сейчас подрегулировали, попробовали, подрегулировали, попробовали. И таким образом подбираем так, как будет вам удобнее, комфортнее. То есть регулируется все предельно просто и понятно, ничего такого сложного нет. А главное, что все становится штатно. Вот, слабоватенько.
подтягиваем. Со временем этот болт может опускаться, но необходимо будет его регулировать. Поэтому данный механизм требуется периодической регулировки. А петли я попробовал, у меня петли там не получается выставить нормально, чтобы было отлично. Поэтому таким образом работает. И защелка тут тоже спокойно подошло, защелкнул. Не нужно ничего выбирать и выстраивать. Все получилось здорово, отлично. Вот мы прислоняем дверь. Получается, прелесть в том, что если вы вышли на балкон, не нужно как-то по-другому захлопывать. То есть эта защелка вполне устраивает. Поэтому просто дверь на себя, она защелкивается и она держится. Это очень помогает. Если у вас есть опыт использования таких защелок, пишите отзыв в комментариях. Подписываемся на канал и оцениваем данное видео материалом. Благодарю вас всех за внимание. Ну а то, что у нас осталось, просто кинул в запчасти саморез и эта подкладка. Это не выбрасывал, но пусть будет. Поэтому всем пока!